Песни, танцы и аквагрим без повода. В молодежном парке отметили завершение недели. На импровизированной сцене выступили коллективы Центра доп. Образования детей и молодежи «Росквит». Очаровашки зажигали на танцполе, росы удивляли вокалом. Я впечатлена всеми номерами, которые были сейчас коллективов. Мне очень нравится. Мне нравится, вот как лошади катаются. Мне очень нравится. Прекрасно. У меня сейчас вот внучка танцевать будет. Лошади понравились. С самого начала. Нравится все. Девочки хорошо выступают, умеют. Частенько дочь выступает, поэтому частенько ходим. Для детей работали игровые площадки. Можно было нарисовать на лице аквагрим, поиграть в лазертаг. Представление показал иконный спортивный клуб «Ермак». Сегодня мы решили потанцевать. Потому что все-таки у нас лето, у нас праздник, вот, и Первомайский район, как всегда, зажигает. Ну, я думаю, что нашим жителям это понравится. Организаторы пообещали, что подобные активности будут проходить и дальше. В следующую субботу в молодежном парке заработает кинотеатр под открытым небом.